Правительственная комиссия решит судьбу криптовалют в Индии. Вопрос о легализации криптовалют давно является актуальной темой для правительства и финтех-сообщества Индии. В связи с этим была создана правительственная комиссия, которая вынесет вердикт о законности биткоина и других валют. Заседание комитета назначено на 20 апреля. В случае отрицательного решения криптобиржи будут вынуждены закрыться. Джейдип Редди, технический юрист консалтинговой фирмы Нишит Десаи, прокомментировал: «Маловероятно, что правительство, которое продвигает инновационные финансовые технологии, прибегнет к запрету на биткоин. Еще ни одна крупная экономическая система этого не сделала».